года не смотрю порно. Полгода. У меня улучшилась сексуальная жизнь. Я решил, что правильнее возбуждаться на живых людей, нежели вот на это. Я вообще перестал смотреть порнографию. Не просто, вообще перестал. Ни одного, ничего, ни одного рода. Никогда, нигде. Поэтому для меня, наверное, это улучшилась моя мораль или ухудшилась? Мне кажется, что я, знаешь, да-да-да, я, да-да-да, что стану чище и добрее. Так вот это я сейчас. Далее. Журнал «Флирт». Это такие деньги, это проституция, представляете? Вероятно, я догадываюсь. Это такие деньги, которые имеют эти люди, что они с такими деньгами, они просто не попадают никогда ни в какие истории. Они попадают ровно до того момента, когда уже можно давать конверт. Все. Далее все свободны. Вот я не знаю, где сейчас создатель журнала «Флирт». Надеюсь, на Мальдивах. Со своей женой прекрасной.